Спонсор программы – сеть магазинов для художников «Artmix». Все для рисования, черчения и творчества. Телефон 267-51-10. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами сделаем бумагу ручной работы. Она может быть разной. Она может быть с бабочками, с перьями, со снежинками и даже с красным перцем. Для работы нам понадобится жимолость. Она у меня свеженькая, с морозилки. А также нам понадобится мак, кондитерское украшение, обойный клей или можно разбавленный клей ПВА, вода, миксер, чашка и поднос с тканью с тонкой, например, с марли. И самый основной ингредиент нашей бумаги – это салфетки. Салфетки должны быть бумажные и очень-очень мягкие. Я беру стопочку салфеток, разрываю их и мелко-мелко набрасываю и складываю в чашку. Вот так. Салфетки у нас закончились. Мы их руками смешаем в чашке и добавим воду. Я добавляю стакан воды. А теперь мы добавляем клей. Ингредиенты мы смешали, а сейчас мы перельем в ведро и смешаем миксером. У нас получилась кашица из салфеток, а на поднос мы стелим марлю. Нашу кашицу мы выливаем прямо в поднос. Равномерно мы расправляем нашу массу по подносу. А теперь очень вкусный процесс. Мы выбираем жимолость и выкладываем ее в хаотичном порядке на нашу массу. А сейчас нам понадобится мак. Мы возьмем мак и обильно посыпем нашу массу. Мне кажется, что мы украшаем торт. И нам пригодятся ингредиенты для торта. Это украшение. Украшение – присыпка. Наверное, она шоколадная, очень вкусная. Я думаю, бумага будет иметь вкусный шоколадный запах. Готово. А сейчас мы накрываем наш подносик вторым слоем марли. И ручками прижимаем. Посмотрите, что происходит. Вода выходит на поверхность марли. Эта вода лишняя, мы ее собираем салфетками или губками. Я беру губки. Губки впитывают воду и выжимаю их в отдельную чашку. Промакиваем до тех пор, пока у нас не уйдет вся влага. Воду мы лишнюю собрали. Посмотри, что у нас получилось. Мы снимаем верхний слой ткани. У нас получилась спрессованная бумага с украшением. А сейчас я тебе покажу, как эту бумагу перевернуть на подложку. Для этого нам понадобится обычный полиэтиленовый пакет. Мы берем пакет, накрываем наш поднос и переворачиваем его. Вот так. Теперь потихонечку поднимаем поднос. Оп. А теперь потихонечку снимаем марлю. Это сделать очень-очень просто. То, что ты видишь сейчас, это обратная сторона нашей бумаги. Бумагу мы перевернули, а сейчас ее необходимо накрыть вторым полиэтиленовым пакетом и сверху положить пресс. Пресс – это мои любимые сказки. Вот так. Через 5 дней наша бумага подсохнет и получится вот такой. Смотри, здесь тоже есть жимолость и украшения. Я думаю, что из такого куска бумаги получится очень много красивых и замечательных закладок. А я с тобой прощаюсь. До новых встреч!